Сейчас я вам хочу показать цены на кирпич и на камень. Причем абсолютно ошеломляющие. Кстати, если помните, кто смотрел мое видео про почему в Америке не строят из кирпича, вот доказательство. Значит, цены на кирпичи. $2 за вот это, значит, это из цемента практически. Вот. Это стоит тоже $1.98, но это еще цветочки. Сейчас покажу, сколько стоит подороже. Эти $1.98. Вот это уже по 3. 3.48 за кирпич. Вот. Вот такие кирпичи. 3.48. Это 2.38. Это по 5, 4.50 за один кирпич, вот за этот один кирпич. Сейчас найдем еще дороже. 3.98 за вот это, цементный блок, который стоит, я не знаю, 3 цента сделать. 3.98. Еще 3.98. Сейчас посмотрим. Еще жуткие деньги абсолютно стоят камни. Простые камни. Значит, вот это 4.58. Вот такое. Это 16, то есть 16 инчей на 16. Вот такая плиточка стоит 20. Эти подешевле, но они совсем маленькие. Эти по 68. Вот самый дорогой. 5.48. Вот как это выглядит. Значит, это 15 на 15 на 2. 2 это... Все в инчах, естественно. Вот эти по 4.18. Теперь я сейчас вам покажу, сколько камешки стоят. Вы охренеете. Значит, вот. Практически вот это, вот эти камни, вот эти, стоят $9 за вот эту упаковку. Вот эти камни стоят $5 за упаковку. Это стоит 4, 5, 5, 3, то есть 8. За что? За вот это. То есть вы понимаете, что в принципе тут можно было бы миллионы заработать, продавая пакеты с камнем подешевле, чем оно продается здесь. А вот это вообще 10. 10. Что это магазин Home Depot в Викторвилле, Калифорния. То есть в недорогом месте Калифорнии. Пока я здесь, можно снять... Что продается, то есть вот такие растения, которые стоят $11, причем, значит, эти растения, они растятся так называемые нерсери. То есть нерсери — это такое место, ну, компания в Америке, где они растят там всякие там, вот, например, растения, пальмы, потом которые они продают от себя и в магазинах. Вот, например, пальмы. Я бы сказал, эта пальма где-то стоит 16-17 долларов. Все, такая пальма стоит. Вот. Потом берешь эту пальму и садишь ее, сажаешь ее рядом со своим домом. И должен быть жутко доволен.